Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители этого красивого нового дома по адресу город Саратов, 5-й Динамовский проезд, дом 10А. Дом наш сдался в ноябре 2016 года. С декабря мы стали собственниками своих квартир. Но по настоящее время в нашем доме нет никаких коммунальных услуг. Нету ни воды, ни света. Соответственно, сомневаемся, что зимой будет отопление. Застройщик, который построил этот дом, Град Инвест, не оформил разрешение в Ростехнадзор. Как застройщик мог сдать такую высотку, в которой не работают ни одни коммуникации? Застройщик нам говорит то, что никаких документов и денег сюда больше вкладывать не будет. Предлагает нам скидывать. Зачем мне скидываться, когда я купил эту квартиру? Я уже вкинулся в этот дом. Мы приобрели эту квартиру, вложили сюда и материнский капитал, и ипотеку. Но войти не можем, нет ни воды, ни света. И с детьми мы должны жить вот в этой квартире. Примите меры. Городские власти, потому что не хотят нас слышать. Владимир Владимирович!